Солнечный и по-настоящему жаркий день в Чехове – отличный повод для кросса. Хотя что уж скрывать, у хоккеистов «Звезды» тренировка состоялась бы при любой погоде. Получив ценные указания от Бориса Миронова, хоккеисты начинают разминку. В прошлом, и стоит отметить дебютным для себя сезоне в качестве главного тренера, специалист привел Красную Армию в Кубку Харламова. Но сам признается, это уже история, и теперь нужно показывать максимум уже с другим армейским коллективом. Для нас это, конечно, ступенька чуть выше. Мы будем делать все возможное, работать на первую команду. То, что от нас требуют, это самое главное, подготовить ребят к первой команде. И успешно выступить в чемпионате ВХЛ. Помогать Борису Олеговичу, как и в МХЛ, будут Егор Михайлов и Алексей Жигиров. Тренером по физподготовке остался Владислав Брызгалов. А назначение в тренерский штаб легенды ЦСКА Николая Пронина вряд ли может оставить хоть одного армейского болельщика равнодушным. Сам многолетний капитан ЦСКА пока еще привыкает к новой должности и, если что, всегда готов помочь бывшим партнерам по команде, но надеяться до этого не дойдет. Конечно, немножко непривычно отчасти, потому что все-таки столько лет провел, да, как игрок в качестве игрока. И скажу честно, наверное, все-таки пока еще где-то, наверное, в голове, в подсознании, все-таки я еще, наверное, немного игрок, да, на данный момент. Но в этом ничего страшного нет. Потихонечку втягиваюсь, осваиваюсь. Благо, есть у кого учиться. У нас замечательный тренерский штаб. Сейчас все мои мысли связаны непосредственно с моей работой, с тренерской деятельностью. И я полностью на ней сосредоточен. Хотя, да, в интервью я сказал, что если вдруг какая-то необходимость возникнет, конечно, не хотел, чтобы возникла, сами знаете, не дай бог, какой-то там травмы напали, да, кто-то там еще, не знаю, там отравились ребята. Не дай бог, что-то, все всякие ситуации могут быть. И, допустим, будет какая-то проблема с составом, неким будет заменить, то, конечно, я готов помочь команде, готов надеть форму, выйти, сыграть. Почему нет? Это моя работа, моя обязанность. Всегда, если что надо, я готов выйти подстраховать. Состав команды обновился. С теми, кто выступал за «Звезду» в прошлом сезоне, тренируется приличный десант прошлогодних красноармейцев. Несколько человек пришло из других клубов, но главное – остался костяк команды. Правда, теперь, когда Николай Павлович занял место на тренерском мостике, встал вопрос, кто же будет капитаном «Звезды» в новом сезоне. Решение еще не принято, но Владимир Пешехонов признает, что если доверят, готов повести команду за собой. Ну, если команда доверит мне, тренерский штаб доверит эту должность, то да, я готов к этому. В принципе, для меня это не новая должность. Вот. Ну, а так, как говорится, поживем, увидим, там как будет, так будет. То есть ребята выберут, команда выберет так. Для меня всегда приоритет – это цели команды, а не личные цели. Поэтому, естественно, это попадание в плей-офф и не только там борьба с первым раундом, а как можно идти дальше и дальше. Вот. А личные цели, а дальше посмотрим, оно все пойдет как по сезону. Если команда будет играть хорошо, на хорошем уровне, тогда мы и каждый лично будет иметь хорошую статистику. Дальше «Звезда» продолжит готовиться к чемпионату в родном Чехове. В период с 28 по 23 августа у команды запланировано 7 матчей, после чего армейцы отправятся на турнир памяти заслуженного тренера СССР Юрия Моисеева в Казань.